видео, как я его делаю. Ну, поделился видео. Так, Альф Белл, Геннадий Петрович, я просто вами восхищаюсь. Вы, как истинный целитель, несете свет в массы. И массы оказываются не такие уж и темные. Понимают женщины, что голодание – это спасение. А врачи, ну вот видите, люди узнают, подходят, спрашивают, фотографируются. Ну, а я им книжечки дарю, которые у меня там пооставались. Роза Коченок. В эту же тему. Круто. А что сказать? При виде книг сердце замирает от предвкушения получения новых знаний. Хороший подарок. А я же вам сделал, я не хочу сказать, что я сделал подарок. Я вам оставил свою библиотеку на сайте Малахов Про. 1000 с лишним статей. Книги свои. Вот мне остается вот эту вот еще книжечку доработать, как я ее думаю. И выставить в библиотеку. То есть в библиотеке уже достаточно книг. Там лежат мои газеты. Заходите, читайте. Возможно, я бы вам и раздал все это, вот все, что я вроде бы собрал, потому что это общечеловеческое знание. Просто у меня нет возможности все это сделать в бумагу и, будем говорить, как-то каждому раздать. Вот насколько там у меня есть этих книг, настолько я там поездку поехал, беру с собой их там. Если люди меня узнали, я, пожалуйста, им еще делаю приятно. А вам же приятно, вот она, моя библиотека. Заходите и читайте, вот он кладезь, я умру. А вот этот вот сайт с этими книгами останется. Более того, останутся в моей библиотеке у тех, кто первоначально попросил, и я им это все переслал. Сейчас я эту акцию закончил, потому что и время там столько прошло, а где-то всего человек 10 откликнулось. Это меня как-то озадачило.